Я слышала, что ваша сестра Аделаида сказала тогда про мой портрет, что с такой красотой можно мир перевернуть. Но я отказалась от мира. Вам смешно это слышать от меня? Встречает меня в кружевах и бриллиантах, с пьяницами и негодяями. Не смотрите на это. Я уже почти не существую и знаю это. Бог знает, что вместо меня живет во мне. Я читаю это каждый день в духовных знаках, которые постоянно на меня смотрят. Даже и тогда, когда их нет передо мной. Эти глаза теперь молчат. Они все молчат. Но я знаю их тайну. У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как и у того у московского убийцы. Тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одну горло. Все время, когда я была у него в доме, мне все казалось, что где-нибудь под половицей еще отцом его, может быть, спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тут московский. И также обставлен кругом склянками с сождановской жидкостью. Я даже показала бы вам угол. Он все молчит, но ведь я знаю, что он до того меня любит, что уже не мог не возненавидеть меня. У меня тайн от него нет. Я бы его убила со страху, но он меня убьет прежде. Thank you.